Доброго времени суток. Это канал Котельный Доктор. А это мой любимый пациент, настоящий фронтовик среди котлов Вайланд Атма Макс. Этому пациенту много лет, сейчас я вам покажу. Вот, давайте посмотрим сюда. 21 неделя 2005 года. Понятно, да? Вот этому котлу 15 лет. Этот котел у меня на обслуживании. Вся гидравлика у нас здесь в порядке. Был заменен здесь. Насос приколхозили мы немножко, но все работает замечательно. И сейчас у нас датчик расхода ГВС, который вот у меня в руках, вышел из строя. Ну, тут может выйти из строя датчик холла сам по себе. А сам этот датчик ремонтируется, ну, вот просто со всех сторон. Стала у вас крыльчатка, вы можете отвернуть вот этот болт. Это сервисный болт, грубо говоря. Вы можете отвернуть и налить туда, к примеру, уксуса. Да? Если у нас вот такая ситуация, то есть известковый налет, он это все разъест. Можете сделать, как я сейчас, и посмотреть полностью крыльчатку. То есть достали вот отсюда стопорное кольцо и аккуратно, не торопясь, круглогубцами мы это дело оттуда достаем. У нас вытекает водичка. Естественно, из смесителя мы подготовились, закрыли воду на входе, открыли на смесителе, чтобы отсюда много не лилось. И вот как это у нас выглядит. Вот такая маленькая крыльчатка, друзья мои, отработала 15 лет без единого сбоя. И сейчас мы просто уберем, я думаю, сейчас она будет работать. Мы уберем окислы внутри, вот здесь. Поставим это дело на место, и оно будет работать еще, не знаю, лет 10 как минимум. И посмотрите на состояние котла. Вот что такое для меня образец. Вот это для меня первое место. Посмотрите на воздухоотводчик. И также те котлы, которые я приводил в порядок, уже, казалось бы, в ужасающем состоянии, после капитального ремонта работают дольше, чем их нововыпущенные замечательные друзья. И даже сейчас Вайланд, которая делает котлы, ну, как бы да, они навряд ли будут конкурировать по качеству с этим. Но на рынке для меня в любом случае эта компания на первом месте, друзья мои, если вы спрашивали, какие мои любимые котлы. Вот эти.